Игорь, что вы можете сказать об организации турнира? Ну, турнир очень проводит на хорошем уровне. Хорошая организация, спонсоры хорошие, богатые. Ну, я уже здесь не первый раз, поэтому уровень всегда очень сильный. Приятно сюда приезжать. Ребята из разных регионов. Свердловск, из Прибалтики, из Эстонии приехали ребята. Поэтому ребятам есть с кем побоксировать. Ну, и учеба такая для них. Практика хорошая. А вы для себя лично уже отметили каких-то перспективных ребят? Ну, перспективных много. Вот сейчас тоже один бой был из Петербурга. Парнишка маленький, Галимов. Выиграл бой, там почему-то не дали. Немножко своеобразная у него манера, больше походит на профессиональную. Папа его тренирует. Такие жесткие удары, маленькие жесткие удары. Ну, не знаю, судьи не отдали ему победу. Вот. Странно. Ну так, ребята, еще в некоторых весах, наверное, хорошо прогрессирует также из Пскова. Дима Муратов, мастер спорта, здесь на уровне всех, он выше на уровне. Ну, в принципе, пока вот как бы так. Мой Малик тоже боксирует, Казаков хорошо отбоксировал. Первый бой сегодня будет с победителем юности России, боксирует из Ямало-Ненецкого автономного округа с парнишкой. Посмотрим, хороший должен быть бой. А в будущем вы планируете приезжать к Кингисеппу на соревнования? Конечно, планируем. Здесь всегда хорошо принимают. Обязательно планируем. Хорошие подарки для ребят, сувениры, награды. Будем, конечно, всегда приезжать. Ну и спасибо вам за участие, то, что вы приехали. Во главе с нашим президентом хотят поздравить дополнительно вас специальными призами. В первую очередь, конечно, хотел бы поздравить нашего легендарного, лучшего судью всех времен и народов Советского Союза России, ветерана бокса, но не согласны, я думаю. Это наш легендарный Николай Владимирович Лавелиус. А награждает его главный организатор соревнований Борис Владимирович Гольдинга. Нашего города. Аплодисменты ему. Он до сих пор в строю, невзирая на свои почти 80 лет. Уникальный великий человек. Она одна может заменить очень-очень любой аппарат в любом количестве. Уникальный трудолюбие, уникального трудолюбия человека. Одна секретарь, обычно секретари на таких соревнованиях 3-4-5 человек, она одна справляется со всем. Естественно, яблоко недалеко упало. Руслан Москалев, прошу прийти сюда. Вас награждает глава нашего города. Александр Иванович Сергеев, который тренировался у вашего отца, Кирилл Иванович Москалев. Ну и Васенко Владимир Игнатьевич уже давно ветеран Кингисеппского бокса. Давным-давно и всегда будет с нами. Его награждает его личный друг Борис Владимирович Гольдинга. Они не разлучны. А и бывший главный механик нашего градообразующего завода «Фосфорит». Ветеран украинского, ветеран советского бокса. Виктор Федорович Мишуткин, прекрасный отец. И вот сын генерал, ветеран, заместитель командующего Московского военного округа. Рафик Бакшали, ветеран Кингисеппского бокса, неизменяемый чемпион Азербайджана, участник многих победителей многих международных и союзных соревнований. Очень немного, и дай Бог, чтобы еще было три года, чтобы ты мог прославлять теперь наш ленинградский кингисеппский бокс. Здоровья и успехов! Супервайзер! Что такое супервайзер? Это в спорте, в единоборстве, это самый главный начальник во время проведения соревнований. Нас знаменитый питерский шоумен не только в боксе, а во многих видах единоборств. Доцент
кафедры бокса университета имени Лермонтова. Это наш Вячеслав Бегов. Можно я поздравлю? Наш доктор Игорь Викторович Семенов, прошу вас выйти на ринг для награждения. Она обращается на ваш город и нашел. Роберт Иванов, лучший боксер города Кингисеппа. Единственный человек в стране, который поднаравливал по моему доктору. После дубини во всех три раза. Видите, три раза. Это первый, кто его отступил, это наш Роберт Иванов. Второй, кто? Постоянно находящий на нашем турнире. Это Дмитрий Муратов, город Псков. Одному из самых маленьких участников, будущему моему спонсору, Артем Сенгарей. Заслуженный тренер России, тренер, выдающийся тренер, который воспитал более 50 мастеров спорта, человек, которого вы все знаете, которого мы уважаем и на которого мы надеемся и считаем, что слава кингисеппского бокса продлится еще очень-очень долго благодаря таким людям, которые есть в нашем городе. Скромный приз своему учителю, мой первый тренер, мастер спорта Советского Союза, Алексей Федорович Куликов. Подойдите, пожалуйста. Что самое интересное, вчера мне исполнилось день рождения, мне, его ученику, а его тренеру, то есть моему дедушке, исполнилось тоже было день рождения. И вот моему дедушке, его отцу исполнилось 88 лет. Ну, а мне исполнилось 38 лет. Большая разница, конечно. Вы знаете, конечно, я на многих турнирах был, чемпионатах мира, Европы и на европейском, как я говорил Борису. Мои коллеги знают, солнце знают. Вы знаете, вот вы проводите турнир, вот это, в маленьком городе, но на таком высоком уровне. Мастер спорта присутствующий здесь, Алис Венера. Присвящается вам администрации, как образование, муниципального образования нашего города, Александр Романович. Понимаешь? Ты поставил легендарный кингисеппский рассказ. Он награждает второй сутки. Утром и вечером. Все, никаких экзаменов. Прекрасно, с отличием закончил горный университет. Сейчас большой начальник, занимается четырехдом бизнесом и является моим личным спонсором. Алексей, лучше кому. Алексей Юрьевич, мастер спорта России, кингисеппский магистр, будущий, так сказать, директор нефтяного никакого терминала, но на основном, чтобы спонсор мой. Ну, будет приз, встречайте его. Андреас Сенгарей. У него было много побед. Одна победа на Кубе, что стоит, когда выиграет турнир там в Карпинкордов, самый страшный бокс соревнований. Он считался самым ведущим боксером, выиграв чемпионат страны перед Олимпиадой. Перед Олимпиадой он выиграл у всех боксеров в мире в его месте. Не было ни одного боксера, у кого он не выиграл. У всех выиграл. И не попал на Олимпиаду. На чемпионат мира в Тампере должен был ехать. Вместо него поехал человек, у которого Роберт выиграл 5 раз на официальном бое. Хотелось бы, молодые ребята, смотрите, сейчас 50 лет, ветеран ДДВ, да, боец, заможный, летающий мужчина, за мужество и отвагу, настоящий мужчина, молодые для вас это выражение.
плюсом Читтенхан, правда, мы ждали последний бой, к сожалению, он не удался, чтобы мы его посмотрели. Но мы надеемся, что ты вот будешь с нами кингисеппского бокса поддерживать, и мы на тебя очень надеемся. Кингисеппским ребятам, боксерам, Алекану, и поэтому я хочу для тебя, чтобы сделать что-то большое, и должна быть личная дисциплина и ответственность. Я тебе хочу пожелать, чтобы ты этот, с этим вопросом подтянулся. И мой друг, заслуженный тренер, очень много уважаемый. Я есть пример. Имамов Рубин. Ильшат Субатулин здесь. Есть. Я хочу, чтобы ты продолжил эту традицию. Вот. Я очень хорошо тебя отношусь с уважением. Подошел к концу. Я хочу выразить чрезвычайную признательность всем, кто участвовал в этом турнире, и с участниками непосредственно, за то, что они продемонстрировали технику высокую и стремление к победе. Поздравляю всех победителей и приветствую всех, кто в этом участвовал. Огромную признательность выражаю судейскому корпусу за их беспристрастное судейство, за то, что они внимательно следили за развитием боев и выносили беспристрастные решения. Очень важно, когда справедливые решения решают судьбу поединка. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо ветеранам бокса, потому что ваш пример, мы стараемся поддерживать и продолжать традиции, которые были заложены в Кингисеппском районе 40, даже больше 40 лет назад. Огромное спасибо тренеру, главному тренеру Кингисеппского района Николаю Петровичу Исаеву за его неустанный труд, за то, что он фанат спорта, фанат бокса, за то, что он, несмотря на всякие сложности, каждый раз снова и снова находит новых учеников и ведет их к победе, ведет их к высоким вершинам. Спасибо всем уважаемым людям, которые присутствовали, приехали на турнир, просили своего внимания, вот моему личному другу и Владимиру Дмитриевичу Борисенко, вот, и другу моему Москалеву, ветерану и основоположнику. Вот. Огромное спасибо власти города Кингисеппа в лице Александра Ивановича Сергеева, главы района, который уделяет открытие. Глава города, глава района. И мы каждый город присутствует с первого практически до последнего дня на турнире. Вы понимаете, какое огромное внимание руководством города уделяется развитию спорта, в частности, бокса в нашем районе. И огромное спасибо за ваше предложение нашему губернатору Александру Юрьевичу Дрозденко,